Изо дня в день растет новая телебашня в центре Риги. Нашим гостям, французским инженерам, настрой площадки интересна. Технология строительных работ уникальна. Заказы строителей выполняют 56 заводов нашей страны. Антенна весом в 700 тонн будет поднята на высоту 368 метров. Сегодня латвийское телевидение ведет передачу с концерта, где звучат популярные песни композиторов республики. Это финал традиционного радиоконкурса. Tik neparasti viegli iet, pat nedomājot cik jau dzīvē nostājot. Raimond Pauls, народный артист Латвийской ССР, в 11-й раз, по признанию слушателей, написал лучшую песню года. За его песню голосовало более 30 тысяч слушателей. Производственное объединение «Радиотехника». Здесь недавно начался серийный выпуск музыкальных центров «Радиотехника 101». В совхозе Андрупене, как и в других хозяйствах Латвии, продовольственную программу приняли как личное дело каждого. Урожай зерна с гектара на 8 центнеров выше, чем средний по республике. За высокие достижения в социалистическом соревновании коллективу хозяйства вручено всесоюзное переходящее красное знамя. Сдана в эксплуатацию первая очередь корпуса Главного производственного управления энергетики и электрификации Латвийской ССР. Электронно-вычислительная техника только в этом году поможет сэкономить 500 000 рублей. В Риге открылся магазин «Астра». Здесь можно купить самую модную и элегантную обувь и одежду. Товары поступают в магазин прямо с предприятия. Ежедневно в «Астре» бывает около 1500 покупателей. Скоро на прилавках появится новая продукция комбината кожгалантерейных изделий «Сомдерис». Производство этой модели началось по заказу покупателей. Ливанский стекольный завод. Он выпускает продукцию 200 наименований. Латвийское стекло приобретает все большую известность. Еще раз внимание, вылетит птичка, а снимок потом отправится на выставку архитектуры. Это новая столовая. Колхоз «Падуми» Латвия Рижского района построил ее, используя традиции народного зодчества. Автор проекта – архитектор Зайга Гайле. В колхозе она работает только 4-й год, но по ее проекту уже возведен новый поселок. А здесь варится масса для губной помады «Шарм» номер 15. В лабораториях производственного объединения «Дзинтерс» постоянно продолжается творческий поиск. К производству готовятся новые духи экстра-класса «Кристина». Путь к покупателям начинают «Джоконда», «Кредо»,
соло, диалог. В июне, когда дни самые длинные, а ночи короткие, мы празднуем Лиго. По традиции, вместе с друзьями встречаем рассвет у костра. Молодое поколение Академического художественного театра имени Яна Райниса. Это их первый сезон после театрального факультета. И первая самостоятельная работа – спектакль по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». В выставочном зале «Латвия» 127 молодых художников республики познакомили посетителей со своими новыми работами. А сегодня собрались, чтобы поспорить, выслушать мнение искусствоведов и начать подготовку к следующей 16-й выставке. Одна из примет времени – все возрастающая тяга к музыке. Рижский завод грампластинок всесоюзной фирмы «Мелодия» в год выпускает 9,5 миллионов звучащих дисков, а в магнитофонных кассетах – голоса популярных молодых певцов. Каждая женщина хочет стать красивой. В новом салоне парикмахерской производственного объединения «Лаймдота» рижанок встречают лучшие мастера-консультанты и косметологи. Бобслей прописку у нас получил сравнительно недавно. А сейчас тренер Роланд Упатнекс работает уже со сборной Союза. А мы с вами ждем успешных стартов на зимней Олимпиаде в югославском городе Сараево. Звучи, песня. Ведь давно известно, тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.